Что приготовить на ужин, чтобы было быстро, просто и вкусно? Берем куриные ножки, добавляем соль, черный перец, паприку, перемешиваем, в сковороду наливаем растительное масло, перекладываем ножки и жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Затем добавляем лук, болгарский перец, помидоры и чеснок. Жарим до мягкости овощей. Взбитые яйца солим и заливаем сверху. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и держим до готовности яиц. В конце посыпаем зеленью, по желанию добавляем острый перчик. Все готово! Быстрый ужин из простых продуктов. Сначала куриные ножки обжариваем на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон. Затем вынимаем. Далее на сливочном масле обжариваем лук до мягкости. Добавляем томат в собственном соку, чеснок, соль, черный перец, немного воды. После закипания погружаем куриные ножки. Под закрытой крышкой тушим до готовности и чтобы соус слегка загустел. Подаем с любым гарниром, с гречкой, с рисом, с макаронами. Перед подачей посыпаем зеленью. Все готово. Приятного аппетита! А сегодня у меня курочка с хрустящей корочкой с овощами. Половинка курицы, соль, черный перец, паприка, чеснок, майонез и немного соевый соус. Хорошо массажирую и оставляю на 20 минут. В это время беру картофель, кабачки, морковь, лук, болгарский перец, соль, черный перец, растительное масло. Хорошо перемешиваю и перекладываю в форму для запекания. Распределяю кусочки сливочного масла. Сверху укладываю замаринованную курицу, накрываю фольгой и отправляю в духовку при 190 градусов на 50 минут. Затем без фольги, пока курица не покроется золотистой хрустящей корочкой. Всем приятного аппетита! Люблю рецепты, когда быстро и просто. Картофель нарезаем тонкими слайсами или натираем на терке. Форму, смазав растительным маслом, выкладываем картофель. Затем куриное мясо, соль, черный перец. Затем распределяем морковь. Сверху укладываем помидоры. Далее яйца смешиваем с майонезом. Добавляем соль, черный перец, чеснок. Затем сыр и заливаем в подготовленные овощи. Отправляем в духовку при 180 градусах на 30 минут. Получается вкусно, быстро и просто. Всем приятного аппетита! Покажу, как просто и вкусно пожарить курицу на сковородке. Берем куриные окорочка или бедра, соль, черный перец, паприку, чеснок. Хорошо натираем и оставляем на 20 минут. После этого кладем в разогретое масло кожей вниз. Накрываем крышкой и жарим 5 минут на сильном огне. Затем уменьшаем огонь и жарим еще 15 минут. Далее курицу переворачиваем, накрываем крышкой и также жарим 5 минут на сильном огне. Уменьшаем огонь, жарим еще минут 10. В это время берем побольше чеснока, укроп и немножко воды. Как пожарится вторая сторона, быстренько выкладываем чеснок на курицу и прям туда же заливаем оставшуюся водичку. Накрываем крышкой и на максимальном огне держим еще 2 минуты. Запах просто обалденный. Курица готова, можно подавать к столу. Приготовим ужин из курицы на скорую руку. Крылья разрезаем на части и слегка обсушиваем бумажным полотенцем. Для начала приготовим зажарку. На растительном масле обжариваем лук до мягкости. Добавляем паприку и острый перчик и слегка все обжариваем. Снимаем с огня. Теперь в другую сковороду в слегка разогретое масло одним слоем выкладываем мясо и жарим до золотистой корочки с двух сторон. Затем вытаскиваем и продолжаем также с остальным мясом. Прожарив последнюю порцию, выключаем огонь и перекладываем все обжаренное мясо. Один раз перемешав, добавляем туда болгарский перец, перцовую зажарку, репчатый лук и специи. Кориандр, черный перец, сахар, уксус, соевый соус, чеснок, зелень и соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем и подаем к столу. Все готово. Как приготовить сочную куриную грудку, смотри и сохраняй. На куриной грудке делаем небольшие надрезы в одну сторону, затем в другую. Хорошо натираем солью, черным перцем и паприкой. Валяем в муке и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. Переворачиваем, сразу добавляем сливочное масло, соевый соус, кукурузный сироп, чеснок. Хорошо перемешиваем и дожариваем грудку, поливая сверху соусом. В финале опять переворачиваем, чтобы слегка обжарить верхушку. И получаем вкусную сочную куриную грудку. Приготовим вот такие аппетитные крылышки на решетке. Забираем у курицы крылышки, добавляем соевый соус, кукурузный сироп или мед, чеснок, растительное масло, лимонный сок, паприку. Все хорошо массируем и оставляем на час. Перед приготовлением крылья перемешиваем, решетку смазываем растительным маслом, выкладываем крылышки и отправляем в духовку при 200 градусах на 40 минут. В течение этого времени пару раз смазываем оставшимся соусом. Все готово. Приятного аппетита!